Добрый день, друзья. Сегодня 25 ноября 2024 года. Мы уже продолжаем укрывать виноград. Значит, хотел вам показать виноград Черный доктор, который был летом разогнанный до 6 метров лоза. Вот она и продолжает туда еще идти. Такая вот лоза. Вот. И вот есть мысли по поводу будущей формировки винограда. Вот. Думаю сделать такой финт, поворот. То есть от куста, от головы сюда повернуть. А я правый рукав за стойки повернуть в эту сторону. Или, может быть, что-то еще пока еще не придумал. Вот. Кто-то, может, что-то присоветует. Какую-то интересную формировку. Можно, в принципе, если бы не было этого куста, вот так вот его на два куста. С половиной даже пустить. Вот такое коротенькое видео. Это у нас Черный доктор, я уже повторяюсь, кустик. Так. У меня по репортажу все. Всем, кто смотрел, удачного дня, до свидания.